Хорошая была возможность выйти вперед. Вот тренер на бровке тоже так, наверное, думает. Каллум Уилсон. Максимович. Провоцируют они на прессинг сейчас. Отлично они в пас играют, но к чему приведет такое владение? Потери и мяч у соперников. Стали активно прессинговать соперники тут после потери мяча и будут аут вбрасывать теперь. Суарес. У них на чужой половине. Можно навес сделать здесь. Проиграл этот эпизод игрок, ошибается он. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. И это еще не конец. Может быть, атака еще продолжится. Как отлично он мяч перехватил. Мигель Альмирон. Можно навесить сейчас. Как здорово защитник сыграл сейчас. Мяч перехвачен. Плохо сыграл. Конец первого тайма. Счет не открыт. 0-0. Уходят на перерыв команды при неравной игре, но рад. Команды начинают второй тайм первого матча группового этапа Европейского континентального кубка. Будем надеяться, что борьба получится не менее интересной, чем была. Находит эта передача адресата. Опасно может быть. И вот удар. В игрока мяч попадает. У нас счет равный. Посмотрим, останется ли он таким же после розыгрыша вот этого углового. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Очень здорово прессингуют они. И снова придется разыгрывать угловой. Идет в штрафную мяч. Мяч достается вратарю. И что дальше тут будет? Оставили они без мяча соперника и сейчас пытаются разыграть доверного свое владение. Отлично он удар блокирует. Они закрепились на чужой половине. Теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Замена у нас. Штрафной удар. Итак, планку судья и побороться в прямом смысле слова. Да, я бы сказал, что этот момент, например, тянул на желтый. Не совсем у него удар получился, мяч над перекладиной прошел. Константин, вот попадаются на глаза все время какие-то слухи о некой крупной трансферной сделке. Ну а что тут сказать, Георгий? Время покажет, может быть, узнаем какие-то детали и тогда сделаем какие-то прогнозы. В любом случае, громкие трансферы, это всегда будоражит, это всегда интересно. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. А вот и тактические перестановки. Да, тренер решил несколько освежить игру своей команды. И есть куда бежать ему дальше. Опасно тут будет. И они все-таки забили. Счет в матче открыт. Вела команда игру, контролировала мяч, создавала моменты и забила вполне заслуженный гол. Еще раз гол посмотрим. Отличный пас предшествовал взятию ворот. Ну, нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса. Блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась. И похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворота. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Хороший пас получился. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Как здорово он пас отдал. Очень уверенно это сделал. Со средней дистанции он выстрелил по воротам. Очень мощный удар получился. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановится.
Готовится замена. На поле появится новый игрок. Снова точный пас в его исполнении. Нет у него проблем с передачами. Интересно, куда дальше мяч пойдет. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Мяч в середину штрафной идет. Не просто всегда играть головой, и сейчас не получилось у него попасть в створ. Думаю, хотел бы он сам этот момент переиграть, но удар у него совсем не получился. Ласселс. Манкильо. Шон Лонгстов. Федерико Фернандес. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Отличный пас прошел. Похоже, посыпалась команда. Пенальти назначает рефери. И у соперника отличные шансы увеличить разрыв в счете. И тогда, в общем-то, можно уже будет с полной уверенностью назвать победителя этой встречи. Осталось играть примерно 9 минут до конца второго тайма. Отворот мяч будет вводиться в игру. Игрок уже готов выйти на поле. Остается только дождаться паузы в игре. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Мяч из-за боковой будет введен в игру. И произойдет замена. Основное время игры заканчивается через 2 минуты. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Кубо. Может придумать с мячом сейчас. Что, к сожалению, в наше время не... Есть хороший момент. Финальный свисток раздается, и он фиксирует... Per me sei solo noia. L'odio costa come goia.
ночи, ночи, ты здесь, иди, фото, куме. Sullo stomaco come quando alleno gli Abramma. Credo solo a mia mamma. Se pensi a tutto quello che è successo fino ad ora, viviamo poco più di una farfalla. Non sopporto la noia, trovo sempre in mezzo ai guai. Всем привет со стадиона «Сигнал» и «Дуна Парк». Здесь мы сегодня смотрим футбол и, надеюсь, игра по красоте своей не уступит арене. Для вас сегодня работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Смотреть сегодня будем второй матч в группе. Предсезонный турнир продолжается. Это Лион против Хетафе. Продолжается подготовка команд к новому сезону. И никак она не может пройти без предсезонных турниров. Второй групповой матч сегодня. Интересно будет посмотреть на составы обеих команд. И какие изменения в игру внес тренерский штаб. Попробуем по максимуму их сегодня оценить. Лион идет вперед флангом, и там есть свободная зона. И все хорошо было в этой атаке, но в створ ворот он не попал. Удар у него явно получился не таким, как он рассчитывал, и мяч пошел мимо створа ворот. Мемфис Депай. Депай стал центром внимания перед этим матчем. Что думаешь на этот счет, Константин? Наверняка он будет маневрировать на передней линии и ждать шанса для решающего удара. Это мастер завершать атаки. Получается у него мяч вынести. Будет угловой. В центр штрафной мяч направлен. Очень неточным этот удар получился. Бил с лета и выбрал, наверное, не тот момент для удара. Мяч прошел мимо ворот. Лео Дюбуа. Мемфис Депай. Через одного игрока атака сейчас развивается. Гол! Как он классно мяч поймал на ногу. Отличный удар. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Мемфис Депай. Сыграно жестко, но в рамках правил. Роса. Ждут они верный момент. Пока что хорошо держит мяч. Нет, не попадает он в ворота. Да, пока рано делать выводы, но команда проигрывает. И разбрасываться такими моментами все же не стоит. Дюбуа. Мемфис Депай. Теряют они мяч. Из-за боковой игрок Леон ведет мяч в игру. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Мемфис Депай. Пас вполне себе, но доработать надо. Леон на половине соперника. Кулаками играет вратарь, мяч выбит. Суарес. Здорово он видит поле, отличный пас. Блокирует удар игрок. Мяч переходит к сопернику. В
Ушел мяч к сопернику. Опасно тут может получиться. Бить надо и сравнивать счет. Заканчивается первый тайм 1-0. Мы присутствуем на втором матче группового этапа Европейского континентального кубка. И команды начинают второй тайм. Посмотрим, что нам предложат команды во втором тайме. Тащит он мяч вперед сейчас. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Образовалось около этой сделки, но трансфер состоялся и скоро шумиха затих. Мне кажется, двух мнений по поводу этого игрока быть не может. У него есть все задатки стать легендой. Уже сейчас футбол, который многими считается за эталон. Так что переход этот, безусловно, один из самых значимых в истории клуба. И как пробил! Не самый удачный удар, вратарь на месте. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Это, вот это да! Какой удар сейчас вратарь потащил. Чудо просто. Хорошо увидел партнера впереди. Хорошо сыграл сейчас вратарь. Очень здорово он игру прочитал и не дал нападающему добраться до мяча. Слишком долго он не расстается с мячом. Здорово он играет. Помогает вратарю игрок. Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверен. Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Спасает он команду своими действиями сейчас. Но мяч по-прежнему соперник. И будет аут сейчас. Снимает его с игры тренер, но, по-моему, отыграл он очень неплохо даже сегодня. Дюбуа. Здорово он с мячом идет. Готовится замена. На поле появится новый игрок. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Идут они уверенно в атаку. Это аут. Важно подавать тут. И вот удар. Удар в перекладину. В сетке ворот. И обратно они себе мяч возвращают. Очень хорошо он пасом. Получает он эту передачу, может быть опасно. Плохо он сыграл в этой атаке, выглядела она перспективной, но ничего не получилось. Нужен свежий игрок на поле, будет замена. Ждем судейского свистка, замена готова. Игрок стоит уже на бровке и ждет выхода на поле. На коротке угловой разыграли. Может он сравнять счет? А вратарь-то что творит, а? И очень важный угловой сейчас будет. Последний шанс сравнять счет. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. Блокирует он удар. Выбит мяч из штрафной. Надо забивать и сравнивать счет. Ничего себе, они сравнивают счет на последних минутах. Качает головой сейчас голкипер. Ничто не предвещало такого развития событий. Да, ему особенно обидно за этот пропущенный гол, но, как ни крути, главные цифры все-таки на табло. Основное время игры заканчивается через 2 минуты.
Похоже, травма серьезная. Нужна замена. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Отличный момент есть. Фантастика! Брависсимо! Блестящий мяч, и команда выходит вперед. Казалось бы, уже согласились на ничью, но нет. Осталось только не потерять самообладание и довести дело до конца. Все, матч завершен. Гости отличный матч провели. Всем привет со стадиона «Сигнал» и «Дуна Парк». Здесь мы сегодня смотрим футбол и, надеюсь, игра по красоте своей не уступит арене. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня смотрят футбол вместе с вами. Всего один матч осталось командам сыграть на групповой стадии, и его-то мы и смотрим. Это «Хетафе» против «Айнтрахта». Обе команды хотят завершить групповой этап победы. Это очень важно для хорошего настроения и дальнейшей подготовки. Так что им есть за что сегодня сыграть. Пару слов о турнире надо сказать. Он проходит очень хорошо и очень радует организация. В таких условиях, конечно, команды способны показать свой потенциал и качественно подготовиться к новому сезону. Нужно выходить вперед! Бей! И угловой будет. В центр штрафной мяч направлен. Медленно затухло, как выброшена на берег рыба, атака этой команды. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. Классно он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. Филипп Костич. Штрафную подачу. И есть там кому сыграть. Отлично сыграно. Очень вовремя защитник мяч вынес. Идут они в атаку. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Хорошо сейчас работает с мячом команда. Вратарь выходит и забирает этот мяч. Амин Юнес. Можно что-то придумать сейчас. И мяч на фланг отправляет. И подает штрафную. Великолепен защитник сейчас, спас команду он этим действием. Йович. Опасно это может быть. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Не стал ничего придумывать защитник, просто вынес за боковую. Может что-то из этого прохода получится. Угловой будет, и это хороший шанс выйти вперед. И в центр штрафной. Мяч летит от углового флага. Теряет атака мяч. В штрафной вынос. Теперь соперник с мячом будет. Есть кому в атаке помочь. Навес в середину штрафной. Нет, таким ударом его не пробить. Суарес.
Максимович. Оставили они без мяча соперника и сейчас пытаются разыграть доверного свое владение. Вбрасывание будет. Можно подать. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Есть свободная зона перед игроком на фланге. Мяч в середину штрафной идет. Хороший вынос мяча из штрафной. В закрытой манере сегодня действуют обе команды. Решили они не рисковать без необходимости. Пока что игра у нас идет на измор. Кто кого первым заставит ошибиться. Тут преимущество у команды. Удар! И справляется вратарь с этим ударом. Будет угловой. В центр штрафной мяч направлен. Защита первая на мяче. Вынос. Отдает он передачу. Положение вне игры. Одна минута добавлена к основному времени матча. Конец первого тайма. Счет не открыт, но... Мы смотрим второй тайм заключительной игры группового этапа Европейского континентального кубка. Пока этот предсезонный турнир получается очень увлекательным, и надеемся, что так будет и дальше. Штефан Ильзанкер. На фланг мяч уходит. Продолжают владеть мячом очень долго, пора бы уже как-то обострять. Какой прекрасный пример отбора мяча. Слухи ходили давно об интересе Ливерпуля к новой покупке, но сегодня дошло до конкретики. И есть шанс выйти вперед! Казалось бы, максимально прямолинейная атака, но сработала же. А почему бы ей не сработать? При толковом нападающем на острие глупо пренебрегать такими длинными передачами. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Готов тренер замену сделать. Потеря, все, в оборону. И пойдет он дальше сейчас. Опасно тут будет. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет соперник играться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Два-ноль счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Сыграно жестко, но в рамках правил. А вот и тактические перестановки. Да, тренер решил несколько освежить игру своей команды. Хороший по задумке пас. Где же удар? Попадает мяч в ворота после удара. Отличный пас. На повторе видно, что видел он совершенно точно, кому и как хочет мяч доставить. Но нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса в блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась, и похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворота. Как хорошо он увидел партнера. Подача, там есть игрок. Не просто всегда играть головой, и сейчас не получилось у него попасть в створ. Думаю, хотел бы он сам этот момент переиграть, но удар у него совсем не получился. Это замена по позиции? Думаю, какой момент? Ну и делать тут что-то надо. Выносит он мяч и будет угловой. Sé que no estoy sola, me puedes oír. Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito.
cuando se muevan las olas, ya tú estés aquí. Si a tus ojos no llega mi mirada, yo te soplo las nubes que te tapan. Like the road.